С каждым годом желающих посетить мероприятие и найти заветный ключик к своему здоровью становится все больше. К слову, как и тех, кто хочет познакомить брещан и гостей города над Бугом со своей уникальной продукцией. Выставка разделена на несколько тематических блоков, в каждом из которых можно найти что-то интересное и полезное. Представители городской и областной вертикали уверены, что подобные форумы здоровья можно и нужно проводить и дальше. Они не только помогают приобщить к здоровому образу жизни, но и способствуют популяризации знаний о том, как сохранить свое здоровье. Мы считаем, что вот такая популярность этой ярмарки, она достигнута за счет того, что организаторы ежегодно учитывают пожелания людей, и мы постоянно стремимся, ну, для себя выработать, что еще новое, полезное для людей мы могли бы представить здесь на выставке, имея, ну, вот такие возможности именно работы в рамках зала выставочного комплекса. Программа выставки-ярмарки насыщенная и разнообразная. Несмотря на то, что первый день ее работы уже позади, впереди есть еще два. Посетить форум здоровья можно 19 сентября с 11 до 19 часов. А в последний день работы, 20 числа, выставка-ярмарка будет ждать посетителей до 17:00.